Ты отпустил бороду? Год не виделись, друг мой. Сладкий вкус битвы, я его уже забыл. В Сиве все подчиняются солдатам, боятся их и смерти. Я убил человека в маске. Цаплю. Еще четверо. Идем. Ты поди устал. Отдохнешь. Нет. Не могу. Сначала я выпущу кишки всем тварям в масках. Боги! Как же я скучал. Где твой верблюд? А, вот ты где. Поехали, Сэнни. Как вы тут справляетесь без меня? А, нам не просто, Байк. Ты ушел, люди хотели, чтобы я поддерживал порядок. Но солдаты разбили здесь лагерь и делают, что хотят. Лагерь в Сиве? Толемей держит эти земли в повиновении. А я лишь пытаюсь уберечь людей от беды. Рад, что ты здесь. Сделаю, что смогу. Но не забывай, у меня есть своя цель. Знал, что ты нам поможешь, Сэнни. Что случилось? Солдаты не знают жалости. Если думают, что кто-то им соврал, сжигают всю деревню. Или что похуже. Вот ты и дома, Бай. Все ведь тебя заждались. Домами, детьми и жизнями вы все цело обязаны. Люди словно опустошены. Угрозы, допросы, вымогательства, поборы и избиения по всему оазису. Мы все научились подчиняться и прятать взгляд. Ты сам все видишь. Не привлекай внимания. Домой собираешься зайти? Это уже не дом. Расскажи про Ибиса. Медунамон. Он здесь? Он проклятие нашего оазиса. Сам видишь, с его прибытием солдаты как с цепи сорвались. Разойдись! Яла, яла. Ере! Жители Сивы! Так будет с каждым, кто ослушается воли Медунамона! Это Меджай Бая! Раньше они дрались с крестьянами только с... дом! Оставь верблюда, далеко он не уйдет! Ну что, пойдем! У тебя был тяжелый день. Нет, отдых не для меня. Нужно готовиться к бою. Хабзефа! Хабзефа! Солдаты снова! Байк? Рабия! Рабия! Я так боялась! Конечно, боялась. Ты ведь меня знаешь. Ну и ну. Раны? Ушибы? Ерунда. Сядь! Все поправим. Ты все такая же. Айю, тебя. Сколько ж я вас лечила. Защищала от старших. Все изменилось. Но ты так же крепок.
О, великий Осирис! Думал, ты не проснешься. Рабия перевязала меня, и я... Я решил не будить. Бой с Медунамоном потребует много сил. Кстати, друг... О, лук! Попробуй пострелять. Старайся целиться прямо в голову. Вон там есть еще стрелы. Одна из мишеней прочнее остальных. Ну... Эбзефа! В чем дело? Тебя ищут солдаты! Ну, идем, живо! Проследи, чтобы никто не покинул дом живым. Хебзефа! Нужно поговорить! Намарх Руджик убит! Возможно, виновен твой друг Меджай! Выходи! Помоги очистить его имя! Устроим засаду! Нак! Теперь они найдут письма и сожгут мой дом, а меня казнят. Не бойся, я с этим разберусь. Осторожно! Кто здесь? Покажись! Тихо! Он слишком близко. Эй, кто? Теперь остальные. Нельзя оставлять тела на виду. Мы застанем его врасплох. Сейчас его не найду. Кто следит за силой? Убью! Готово. Спасибо. Я же говорил, эти мерзавцы ничего не боятся. Самоуверенные мерзавцы. Все так. Пойдем наверх. Я расскажу об обязанностях Меджая Сивы. Все горести Сивы здесь. Я пытаюсь помочь каждому, но я один. То есть ты не обладаешь божественной силой? Но наша главная беда — этот человек, Медунамон. Люди надеялись, что он все изменит. Мол, жизнь наладится. Вскоре мы узнали правду. Слушай. Я серьезно опасаюсь за твою семью, жрец. Отправлю их в более безопасное место. Вот этот человек твой враг. Я найду его и убью. Медунамон намного сильнее, чем кажется. И окружил себя лучшими воинами. Мне все равно. Ты погибнешь. Чтобы убить этого тощего мерзавца, нужна подготовка. И уж точно доспехи получше. А, я сделаю их сам. С оружием сложнее. Солдаты унесли из деревни все. Поговорю с кузнецом. Да, думаю, Бенипи поможет тебе с этим. Может, и Сену найдет что-нибудь. Сену? Сену жива? Смотри, кто это. Сену, это ты! Красавица! Рабия выходила ее. Спасибо ей.
Людям нужна твоя помощь, Байк. И они готовы помочь тебе. Понимаю. Надо раздобыть кожу. Будет время, подойди к моему столу. Там просьба от людей. Мне нужен родник в пещере Аманаи. Дорогу я знаю. Надо заглянуть. Теремун так просто не сдастся. Bededuk ani khayet. Khay fesishin gere. Сахим, обхорен. Байк, наш Миджай, ты здесь? Что случилось с твоей кузницей? Все эти проклятые солдаты. Капитан Птолемея я мятежник. И он был прав. Они забрали мои инструменты. Да, крысы. Всей Сиве нужен кузнец. Даже мне. Я не смогу тебе помочь. Без молотка и клещей я как без рук. А еще этот капитан, а поп его забери, следит за мной. Где сейчас капитан и твои инструменты? У подножья холмов на западе. Лагерь Шеджех. Я разыщу твои вещи. Капитан за все ответит. Бенипе сказал, что инструменты в Шеджехе. Осталось найти капитана. Он тоже где-то в лагере. Нечхарек!